7 июня, ячмень яровой, сорт Паустян, это второй срок сева, средний фон, питание 5 миллионов, 4,5 миллиона, нижний ярус листьев начинает желтеть, 3,5 миллиона. Но ячмень хорошо раскустился, поэтому как-то даже и незаметно, что здесь норма снижена. Это 1,5 миллиона. Вот так он себя ведет на данный момент. Ну, в целом пока все хорошо. Достойный вид. И сейчас мы как бы перейдем к участку, где не было удобрений. Не было совсем удобрений. Он, кстати, заметен. Ну, на Маргарете это заметно. Но вот, к примеру, уже сниженная норма. Она, можно сказать, светится. Светится, есть болезни. Их уже как бы сложно удержать, потому что нет иммунитета. Есть волны. Это 1,5 миллиона. 2,5. Три с половиной миллиона. В почве появляются трещины. Четыре с половиной миллиона. То есть рядки не смыкаются. И 5 миллионов. То есть рядочки отчетливо видны. Это второй срок сева. 18 апреля. 18 апреля участок, здесь как раз не было удобрений, то есть нулевой такой фон, или фон естественного плодородия, даже не знаю, как лучше назвать. Естественный фон.